Да, интересно. Тут я не был, при этом всегда хотел изучить получше. Слушайте, прекрасная погода сегодня у нас тут. Прекрасные виды открываются. Ай, ну прекрасно, смотрите. Помните, 100 серий назад я тут гулял? Ну это вообще, смотрите, такое спрятанное дейдрическое святилище, убежище. До него тоже будет добраться как-то, наверное, потом. Сеньоры и сеньориты, приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю Тамриэль Ребилд Моровинд. Нахожусь я где-то близко к Аморе. И перед тем, как туда отправиться, все-таки хотел бы зайти в Акамору, продать тут кое-что награбленное. Потому что, ну, уже не влезает. Не лезет уже в меня. Но перед этим немного подробнее исследовать эти места. Вот, возможно, я сделаю такую петлю и приду в Акамору. Так, посмотрим. Но вот здесь я еще не бывал, в этих долинах. Да, и помнится, вот у нас тут гробница, которую я тоже хотел осмотреть. Кстати, может быть, от нее как-нибудь двинуться? Может, здесь можно пройти? Это прямая дорога в Акамору. Выглядит сломано немного, но ладно. Ой. Надо подготовиться к такому. Так, что тут больше подойдет? Электрический урон. Ай. Кстати, сейчас я стрелы об него пополню. А у него хорошие стрелы, кстати. Так, прежде чем идти вглубь, посмотрим, что здесь. О, книги. Урок святого Рилмса. Не припомню, чтоб я раньше встречал. Удочка. Окей. Скелет воин. Пошел куда? В маленький камень душ, ничего себе. Уничтоженный скелетик. Очень много книг здесь. Интересная гробница. И все-таки религиозные. Видимо, данмирский род, которому принадлежит эта гробница, был весьма религиозен. С этими товарищами у меня проблем возникнуть не должно.
Ягга. Ягга. Какая же она отвратительная. Но босс мирам нравится. Очевидно. Как он тут стоит, интересно. О, молоток. Боевой маг, скелет. Не так, не так. Так, что он? Ого. Смотри какой. Проклятие воина. Теперь она. Повреждено совсем. Но у меня есть колечки вроде как. Вообще можно было его не трогать даже. Наверное, это было бы. Даже вернее. Ну, хоть навык оружейника мне не поломали. Потом мой лук совсем никакой. Так, ладно, значит. Хочу еще проверить, не повредили ли мне атрибуты. Нет. Короткие клинки, кстати, не повредил мне он навык, что интересно. Ну, видимо, потому что он считается каким-то воровским, этот навык. Как и дальний бой. Угу. Кольца-то у меня хорошие есть, но они не про то. Ладно, значит, мне просто нужно святилище Альмсиви, чтобы это развеять. А вообще, это вся гробница, по сути. Приятный скелет маг, реально не стоило с ним даже связываться. И да, я, пожалуй, действительно попробую пройти Вакамору вот этим кружным путем. По моим расчетам, он должен меня туда привести. Здесь я был. Вот здесь, да, действительно, я нигде не был еще. Застрял в дереве, бедняга. Модовское дерево. Но не только мне усложняет жизнь. Впадина там.
не скончу с одного выстрела. Смог сделать. Руинах я, возможно, и не был, действительно. Вообще, вот этот участок я бы хотел оставить наследование на потом. Знаете, что там? Бесендрион. А, возможно, это Бесендрион там виднеется. Тут такая обширная довольно долина, сейчас я в нее не хочу лезть. Могу там надолго застрять. Пока что я хотел бы держаться как-то ближе к Акаморе. Добрый гуар пасется тут. Вообще, похоже, здесь ничего особенно нет. Просто живописные такие долинки, равнинки. Положим, здесь я не прошел бы, не будь у меня левитации, значит, вероятно, можно найти обходной путь, да? О, хакло, отлично. Полезный ингредиент. Ага, ну да, вот она, гостиница. Здесь можно пройти в Акамору. Хотя не уверен, там вроде обвал. Так, ну а сюда я хотел бы зайти, ну, знаете, пообедать. И продать кое-чего из налутанного. А, visitor. What may I do for you? Здравствуйте, здравствуйте. Подожди, амулет же надо надеть. Вот это. Да, у нее неплохо по деньгам тут все. Думаю, может, что-нибудь такого взять еще себе. Наверное, заслужил Аргоша, а? Мне кажется, к этому мясу подойдет что-то вот такое вот. Вот такое. Ну и соленый рис. А, кстати, она, кстати, берет даже тут какие-то две мирские монеты у нее есть. Вот она берет вообще много, много чего. Так, подожди. Может... А почему рейтинг брони 0? А, меня, видимо, повредили навык совсем. Прям совсем повредили. Там я, наверное, этот гоблинский шлем прям ей можно продать. Ну, хотя... Саблю может продать. Она тяжелая довольно. О, алебарду бери. Это чересчур. А зачем тут меховой шлем у меня? Ну-ка, надо избавляться от хлама всякого.
Ладно, наверное, по стандарту избавлюсь от жемчужин. Кстати, все ушли жемчуга. Отлично. Обед. Можно копать дальше. Главное другого комару. Ну и да, с ней действительно проблемы. До сих пор. Ну, что бы с ней стало? Кому тут ее чинить? Ну, я вскарабкался. Я каждый раз забываю про это, видимо, то, что... Главная дорога на Камору завалена, и одни только тут никсгончие пасутся. У меня дежавю стойкое. Смотри на эту никскончу. Какой звуковой эффект у яда. Прям ядовитый, ядовитый. Может сходить в него еще? Может на обратном пути и схожу. Да, надо бы вот что. Восстановить запас сил. Вот там я был. Вот там эта гробница находится. Я почти... А, ну да, конечно. Вот она, Камора. Да, наверное, надо заглянуть в данный кафел. Я же в нем был так. Все, страйдер прекрасен. Мимоходом, можно сказать. О, Камора, прекрасно. Ну, тут же есть храм, может, в храме что. Вообще, тут не планирую особо ничем заниматься, кроме как продаваться. Поэтому сделаю это в своем стиле. То есть пропускаю лишнее, только показываю вам итоги. Тут же у них целый рынок в Акаморе, так что поехали. Вот кольца всякие сюда. У меня вот два таких одинаковых, одно продаю. Ну, бери. Торгуешься как черт, смотри. Короче, вы поняли. Сюда камень душ с 3-дре. Вот с кузнецом я решил, что как-то так будет оптимально продать урочи по ноже. И вот этот шлем, он, конечно, прикольный. Постоянный эффект 200% сопротивляемости болезням, но он на меня не налезет все равно. Ой, нет, подожди. Так ты точно не купишь. Ну да, и наконец-то я отремонтировался. А, кстати, может купить хотя бы... Один молоточек у него. Не знаю, дает ли эффект лучший то, что у тебя есть и молот, и клещи. Не знаете? На всякий случай возьму и то, и другое.
А сюда просто лишние ингредиенты. Вот здесь начинается продажа всяких драгоценностей. Пополнил еще запас соленого риса. Мне его много надо прям. Вот сюда просто один камушек еще и выторговать пришлось зелье. Вот сюда бриллиант, зелье укрепления удачи. Да, и пора искать другие места сбыта, помимо этого рынка. Здесь пополняю запасы из катла, продаю бриллиант. Вот сюда камень душ с атронахом. А сюда две вампирских пыли взамен еще на три хака ло. Ну-ка. О, сторговалась. Ну вот из ингредиентов мне по сути нечего особо уже продавать. Заглянул в гильдию магов свою родную. По неплохому курсу покупают у меня драгоценные камни. Welcome, friend. Are you the one I've heard talk about? О, можно тренироваться, кстати. Но это не то, чтобы меня сильно интересует. Меня ж понизили еще в гильдии. О, можно смотаться же в старый пинкарт еще, прекрасно. А, вон, наконец-то с ней можно торговать. А у нее такой, ну, красивый ассортимент. Может, что интересного даже есть. Может, вот это кольцо прикупить? Ну, ладно, не буду. Не настолько критично. Простые всякие колечки. На, я, видимо, уже смотрел ее ассортимент. Этот амулет только я мог ей продать. Ладно. Ух ты. Ну, с ней, по сути, можно... чем угодно тут торговать. Вот, наверное, вы знаете, гоблинский шлем. Можно что-нибудь выкупить у него. Камни душ, например. Итак, друзья, включаюсь я уже из схрона своего. У меня тут произошел небольшой казус, коих со мной не случалось, наверное, уже лет 6. Я назаписывал кучу отрезков, как я продаю тем или иным торговцам те или иные штуки. Вот, и оказалось, что наоборот нажимал «Остановить запись», думая, что я нажимаю «Включить запись». Вот, поэтому оно все записалось неправильно. Но это не критично, вы все уже видели множество раз, как я это делаю. Я просто покажу вам итоги, что вот... мой инвентарь выглядит так. У меня почти 238 тысяч септимов за душой. Практически ничего лишнего в инвентаре. Вот эти штуки остались непроданными. Что-то я там выкупал, что-то продавал, выменивал и так далее. Вот, ну а теперь... остается вернуться в окрестности Акаморы. Нет, не сюда. Вот сюда. И продолжим уже оттуда. То есть, думаю, обратный путь я тоже так оставлю за кадром. Ах, ну я совсем забыл. Вышел на улицу, а там вечер. Вспомнил, что я хотел же левелапнуться. Ну тут, в общем-то, неплохие бонусы даются, смотрите.
Вот так пусть будет. 47 уровень. Нормально. Вот, все, пошел. Ну, вы знаете, наверное, далеко не буду я тут за кадром гулять. Вот какой-то тут у нас проход эта комора ведет куда-то сразу в интересную глушь. Пойдемте-ка сразу сюда. Уверен, он куда-то тоже может привести. А? Так, указатель показывает обходной путь к коморе. Вспоминаю, что с башни с этой видел какие-то проходы интересные в скалах. Может, это я к ним так приду сейчас? О, это похоже на место, где можно совершить прыжок веры. Я бы еще сюда залез. Ну-ка. А, да, смотрите, что тут. Эти ребята мне не нравятся, конечно. Да, интересно, тут я не был, при этом всегда хотел изучить получше. Слушайте, прекрасная погода сегодня у нас тут. Прекрасные виды открываются. Это, соответственно, прекрасная оказия все рассмотреть получше, как оно выглядит в целом. Так, нет, это не прыжок веры, ни черта, это прыжок в никуда. Оказался. Да, комора, она вот такая, знакомьтесь, что называется. Долина Нефалан. Все дела. Вот даже чей-то дом, смотрите. Интересно, ты тут поселился, дядя. А может, даже тетя. Все-таки дядя. Что-то у тебя тут не очень уютно. А, ты монах, понятно. А, потренироваться можно чему-то, смотрите. У меня же скорость еще не на сотку или на сотку. О, давайте-ка я у него потренируюсь, правда. Не, ладно, не сейчас, потом. Пока тренируюсь, может пройти много времени. Ну, погода может ухудшиться сейчас, это не очень хотелось бы. Так, а как сюда спуститься правильно? Это вообще возможно? Знаете, я сейчас по-другому взглянул на все эти долины Мифалан. Мне казалось, что сначала разработчики их сделали просто как попало, нагромождением всяких скал, камней и прочего подобного сопутствующего ландшафта. Но если приглядеться повнимательнее, то получаются такие всякие лабиринты, коридоры в этих горах, которые при соблюдении должной внимательности приводят к некоторым точкам интереса. Можно кемперить отсюда еще. Вот так. Чудесно. Ай, ну прекрасно, смотрите.
Помните, 100 серий назад я тут гулял? Ну ладно, может, не 100 серий назад. 70, может, даже 50. Ай, не могу не нарадоваться своей меткости прям. Это уже поля Хелнима вроде бы. Ну, да, баги тут некоторые еще есть, но... В принципе, не страшно. Ну, там я даже не был, смотрите. Какая-то шахта есть там. Вот, теперь можно потренироваться. Давай. Рукопашный бой. Наше все. Так, подожди, я ж, наверное, неправильно все делаю. Так, наверное, будет выгодней. Так, а на сколько уже? Ай, давай, не буду скупиться. Еще 3 раза. Все. Я теперь неплохой рукопашный боец. Вот, а теперь мы в темноте по этим горам полазим. Вообще, я хочу в данный кафе прийти. И вот по этим походить землям. Слушайте, неужто из поля Хелнима можно было дойти до Каморы вот так? Ладно, я не буду ни о чем сожалеть сейчас. Это, во-первых, деструктивно и бессмысленно. Во-вторых, я хотел найти именно главные маршруты дороги. Даже вот не такие, по какой я сейчас иду, а вот именно... Тихо. А ты чё? Да, это было неловко, но... Как бы тавтологично не звучало, ловкость меня спасла. Так, у меня есть... А у меня нет. Надо сварить. Так, что у нас, значит, соленый рис с катла пойдет. Ну-ка иди. Так, что у нас здесь? Святилище какое-то. О, а я вижу скамп, смотрите. Огонь, вот это выстрел. В тех дейдрических руинах я, скорее всего, тоже не был. Святой Велот. Святой Велот вообще наш дядя. Определенно. О, паучиха. Ну-ка попаду в паучиху.
невидимые стены их спасают. Но это вообще, смотрите, такое спрятанное дейдрическое святилище, убежище. Надо бы до него тоже будет добраться как-то, наверное, потом. Сейчас я туда не хочу. Хотя, может, эта тропа меня туда и приведет. Еще какой-то навесной мост. Теперь я осознаю, что вот действительно вот весь этот пласт территорий, мной еще не изведан. Вот это руинки тут. Подожди, а мне... Вроде бы я потратил этот свиток прячущегося убийцы. Ладно. Давай стрелы покруче. Нет, вообще сейчас все идеально хочу сделать. Давай починим лук. Вот так. Сразу. Она в воде, что ли, там? Красивые руины, ничего не скажешь. Обязательно схожу туда. Но не в этом эпизоде. Пока что мне интересно узнать, куда приведет меня эта дорога. В горах. Опа. Мастом такой. Слушай, а выпивка у него нормально тут. Вейк какой-то. Кстати, урон холода, может, дает. Вот это пойло. Жесткие норды тут в горах у вас водятся. Классный выстрел. Ничего не скажешь. Эти места я уже не припомню. Здесь я, вероятно, еще не бывал, не бродил. Ой. Отстань. Так. А, кстати, амулет не тот. Не знаю, куда идти.
Куда мне интереснее? Ну, наверное, сначала туда, потому что хотел еще вернуться на юг. Такое место, не знаете ли. Пока точек интереса каких-то я не вижу тут прямо явных, типа крепости какой-нибудь или руин. Ну, живописно, живописно. А, вот. Ладно, заделано то, чтобы с чего-то начать в следующей серии, друзья. Давайте на этом заканчивать. Спасибо вам за просмотр, внимание, лайки, подписки и так далее. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Unreal Rebuild, Долина Мифолан, неожиданно прекрасная. Пока-пока.